Добрый день. Я познакомлю вас с модельным рядом компании Element One серии Converse. Это мониторы, которые выдвигаются вертикально. Мониторы серии One могут выпускаться в диагоналях от 15 дюймов до 24. Вот этот монитор имеет диагональ 24 дюйма. Это самая большая диагональ из тех, которые в данный момент производит компания. Этот монитор относится к бюджетной серии мониторов, за счет чего, с чем связано уменьшение цены, за счет чего оно произведено. Во-первых, вместо стекла спереди полимерное покрытие. Во-вторых, вместо анодированного алюминия используется покраска. Это тоже снижает стоимость, не снижая качество. И в-третьих, такая опция, как управление по TCP/IP, также является дополнительной и не входит в стандартный комплект поставки. При этом вся механика и все достоинства мониторов Element One сохранены. И главное, сохраняется одинаковый уровень качества, который свойственен для всех продуктовых линеек компании Element One. Следующая серия, которая является стандартной, это серия Converse Flex. Это классические мониторы Element One, которые имеют стекло толщиной 3 мм между матрицей и внешним миром. Оно очень прочное и защищает монитор от повреждений. Этот монитор является флагманским монитором компании, имеет наклон до 15 градусов. Угол наклона можно регулировать прямо на месте, установить свой собственный пресет. В комплект поставки входит интегрированное управление по TCP/IP. И самая новая серия мониторов, и наиболее современная, это мониторы серии Converse Blade. В этой серии используются ультратонкие мониторы толщиной всего лишь 8 мм. Используется матрица нового поколения, которая имеет отличные углы обзора. Особенно это важно, когда вы устанавливаете монитор один на двоих или троих участников совещания. Эти мониторы имеют отличный угол наклона до 30 градусов. Данные мониторы также укомплектованы интерфейсом управления по TCP/IP. Он является встроенным и позволяет вам осуществлять дистанционное управление одним монитором или группой мониторов. Все мониторы в настоящее время имеют одинаковый по конструкции корпус. Это означает, что вы можете выбрать диагональ и относительно ее подобрать, понять, какие у корпуса будут размеры, и использовать это в проектировании своей системы звукоусиления. Спасибо за внимание. Встретимся.